Козероги, дорогие мои, я приветствую вас. Если вы еще не посмотрели прогноз на декабрь на целый месяц, то посмотрите. Мы там пробегаемся по всем сферам. А сейчас мы с вами сделаем наш традиционный еженедельный расклад из трех карт и узнаем, что ждет людей под знаком зодиака Козерог с 30 ноября по 6 декабря. Устала уже говорить. Видите, в промежутках, когда тусую карты, молчу. Ой. Так, поехали. Что у нас для козерогов на этой неделе? Расклад для козерога. О! Ну, отлично. Козероги, я вообще за вас сильно очень рада. Значит, во-первых, у вас очень-очень хорошая неделя. Она обещает быть мало того, что плодотворной, так еще и успешной во всех ваших делах и начинаниях. Туз мечей – одна из лучших карт колоды. Когда она выпадает, она говорит о том, что вас ждет победа, успех, о том, что все у вас получится, о том, что все цели будут достигнуты, все планы будут реализованы, ничто вам помешать не может. Вам нужно лишь совершать действия, проявлять активность на любое предложение судьбы, людей, отвечать «да», на все соглашаться, действовать, и вас ждет абсолютный успех. Также еще, да, сразу забегу вообще. Туз мечей часто означает победу и в любовных делах, в том числе в отношениях, неважно. Отношения – это долгосрочные на перспективу, где любовь, но, ну, могут быть такие, но могут быть и просто лишь завязанные на сексуальном интересе. Ну, сексуальный интерес здесь 100% есть. Вот, и вас, дорогие мои козероги, ждет положительный ответ на проявление инициативы для того, чтобы сблизиться на почве страсти, химии и всего такого прочего. Поэтому и это тоже вам можно сейчас. Карта Совета Солнца, Старший Аркан. Это хорошая карта. Да, у нее бывают негативные значения, но в данной... Господи, забыла слово, в совокупности этих карт она несет положительное значение, только лишь означает также успех в ваших делах, о том, что вам будет сопутствовать удача, о том, что все задуманное получится. То есть вы получаете благословение свыше на достижение своих целей и результатов. Вам будет как помощь Бога, высших сил, ангелов. Кроме того, карта говорит о здоровье. Если вы болели, вы пойдете на поправку, вы выздоровеете. Вот. И сейчас самое время тоже, в этот период ваш организм будет очень серьезно отражать любые нападки каких-то там болезней. Поэтому карта очень хорошая, очень-очень сильная. Также по ней вы можете получить какое-то очень приятное известие долгожданное, которое вы долго ждали. Может быть, вы давно хотели устроиться на эту работу, на какую-то, да, и вот она появилась, вакансия туда. Или вы, например, ждали ответа, берут вас на нее или не берут, и вот вас берут, да. Или наоборот, вы пошли, подали куда-то там, сходили на собеседование и отозвались на эту работу, сомневаетесь, может быть, она вот вроде как бы работа нужна, но вы сомневаетесь, что именно эту вы бы хотели, делать, да, работу, что именно туда вы хотите пойти, и значит, вам откажут, потому что действительно вам будет дано по сердцу то, что вам нужно, именно то, что вы хотите, то, в чем вы не сомневаетесь, то, знаете, как есть, мы вроде бы как мы думаем, что нам нужно это и это, да, но есть у нас желания от сердца истинные, а есть от головы рациональные, когда мы себе придумываем, зачем нам это нужно. Вот, например, буду там работать, потому что там поближе к дому, или вот график удобный, или вот зарплата хорошая. То есть мы себя убеждаем в том, что нам нужно что-то. Ну, это пример с работой, а это может быть и про отношения, да, там, например, вот я, я уже там не люблю мужа своего, но вот мне с ним жить удобно, потому что вот там он меня обеспечивает. Ну, или еще
что-то. Или, ну, пока побуду, потом расстанусь когда-нибудь. Ну, вот когда мы начинаем рациональную искать причину своим каким-то поступкам. Но это всегда не по сердцу, это из головы, а ум, он очень хитрый, и он нас обманывает очень часто, он нас обводит вокруг пальца, и сердце, и разум, они всегда в борьбе находятся. И вот сейчас история про то, что идет именно от сердца, то, что вам действительно хочется, именно об истинных ваших желаниях, вот об этом. И в этих вопросах вас ждет успех, вас ждет победа, вас, ну, вам будет сопутствовать удача, и фортуна сейчас на вашей стороне. И финальная карта говорит о том, что вы всего добьетесь легко. То есть вам не нужно будет рыть носом землю, не нужно будет проявлять излишнюю там какую-то инициативу, активность, вам не нужно будет отстаивать там свою правоту, свое там, ну, право занимать это место под солнцем, ну, свой авторитет там, ну, это все будет не нужно. Вы будете просто в своем темпе, вам предложили, вы согласились, вам дают, вы берете. Вы попросили, вам дали. Вот просто вот шаг сделал, получил, шаг сделал, получил. Не нужно будет здесь прилагать каких-то сверхусилий. Поэтому, если у вас есть какие-то такие моменты, интересы в жизни, которые прям, ну, для вас животрепещущие, которые вы бы вот хотели реализовать, которые, может быть, вы, ну, бережно, трепетно к чему-то относитесь, вот самое время сказать жизни «да» и сделать шаг навстречу этой своей мечте. Вот, чего я вам и желаю. Пока такой благоприятный период, пока вам будет сопутствовать удача и успех, когда, если не сейчас. Вот, поэтому давайте дерзайте вперед, смотрите мои прогнозы, подписывайтесь, ставьте лайки, и я жду вас через неделю в следующем прогнозе нашем. Всем пока!